Монтаж тепловой изоляции на линейном участке трубопровода начинается с определения длины окружности трубы. Для этого нужно вырезать полоску из материала той же толщины, что и теплоизоляция. Оберните полоску вокруг трубы, так чтобы ее концы были параллельны друг другу. Отметьте маркером место пересечения. Перенесите полученную длину на лист изоляции Кафлекс. Затем отрежьте необходимое количество материала ножом и нанесите клей Кафлекс на края листа. Оберните трубопровод материалом и соедините его края, двигаясь от краев к центру. Поверните материал по оси трубы. Продольный шов должен располагаться в нижней четверти окружности. Теперь можете приступать к монтажу следующего участка. Когда он будет готов, проклейте клеем Кафлекс поперечные стыки между участками. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной конструкции, по завершению работ все поперечные и продольные стыки следует проклеить специальной клейкой лентой, соответствующей марке теплоизоляционного материала. Для монтажа тепловой изоляции отвода в 90 градусов нужно измерить внутренний радиус. Затем возьмите лист изоляции Кафлекс и, отступив от края на расстояние, равное толщине теплоизоляции, проведите две перпендикулярные линии. Разместив циркуль в точке пересечения этих линий, отметьте на каждой из них расстояние, равное внутреннему радиусу. Прочертите окружность. Следующий шаг. Измерьте длину окружности трубы при помощи полоски из материала Кафлекс. Отложите половину этой длины от точек, по которым строилась первая окружность. Они станут основаниями для второй окружности с тем же центром, что и у первой. Измерьте расстояние между внутренним и внешним радиусом. Затем вычислите 1/6 полученного значения и отложите по внешнему радиусу это расстояние. Соедините эти точки с точками пересечения внутреннего и внешнего радиусов. Полученную фигуру вырежьте точно по выкройке. Затем изготовьте вторую деталь, используя первую в качестве лекала. Соедините детали друг с другом и нанесите клей Кафлекс на края наибольшего радиуса. Соедините детали, двигаясь по направлению от края к центру. Выверните готовое изделие. Нанесите клей Кафлекс на внутренние края получившегося изоляционного угла. Время до отлипа составляет 2-3 минуты. Установите готовую деталь на отвод трубы. Склейте края внутреннего радиуса теплоизоляционного угла. Вы можете существенно ускорить установку теплоизоляционной конструкции, если воспользуетесь углами заводского исполнения. Для начала вам понадобится измерить диаметр изолируемой трубы и внутренний радиус. Затем зайдите на наш сайт в раздел «Аксессуары. Углы» и найдите в таблице угол подходящего вам типа и размера. Останется только нанести клей на края готовой детали, а после обернуть ею отвод трубы и совместить края от края к центру. Монтаж тройников теплоизоляционным материалом Кафлекс необходимо начинать с определения количества материала для изготовления данной детали. Измерьте длину магистрального основания тройника при помощи линейки и длину окружности трубопровода. Для этого вам понадобится полоска той же толщины, что и теплоизоляционный материал. Перенесите расстояние, равное длине окружности, с двух сторон листа изоляции Кафлекс. Затем отмерьте от них длину основания тройника и проведите две перпендикулярные линии. Отметьте центр на линиях, соответствующих длине основания тройника. Возьмите кронциркуль и определите длину бокового ответвления тройника. Проведите две окружности такого радиуса с центрами в отмеченных ранее точках.
вырежьте полученный контур и проклейте противоположные края детали клеем Кафлекс. Затем оберните основание тройника деталью из теплоизоляционного материала и совместите края, плотно прижав их. Следующий шаг – изготовление бокового ответвления тройника. Для этого понадобится измерить глубину врезки. Отметьте на листе изоляции Кафлекс расстояние, равное уже известной нам длине окружности врезки тройника, и поделите его на 4 равные части. После этого отступите от края листа на расстояние, равное глубине врезки, и прочертите еще одну линию. Теперь отобразите на листе 2 окружности и 3 полуокружности радиусом, равным глубине врезки. Окружности и полуокружности соедините кривой линией. Вырежьте деталь по полученной кривой. Оберните готовую деталь вокруг бокового ответвления тройника и проклейте стыки клеем Кафлекс. Полученные части тройника склеить между собой. Монтаж теплоизоляционной конструкции можно значительно ускорить, если вы воспользуетесь тройниками заводского исполнения. Сначала вам понадобится произвести геометрические замеры тройника. Затем перейдите на наш сайт в раздел «Аксессуары тройники» и найдите в таблице тройник, соответствующий вашим измерениям. После этого останется нанести клей на разрезанные края готовой детали, обернуть ее вокруг трубы и совместить края теплоизоляционной детали.